Елабужском институте Казанского университета состоялся старт школ студенческих трудовых отрядов, а также круглый стол с участием директора вуза и агитационный концерт. Студенческие трудовые отряды – это целая жизнь. Но это не просто развлечение, это не просто взрослая жизнь, уехать за романтикой. У этого движения есть свои правила, есть свои традиции, которые нужно бережно, конечно, передавать. За круглым столом обсудили достижения и проблемы, с которыми сталкиваются бойцы различных направлений. Ребятам есть чем гордиться. На республиканском уровне это звание лучшего местного штаба студенческих отрядов, лучшего педагогического отряда и другое. Мы равняемся на такие как штабы, как город Елабуга, город Нижнекамск. Мы сотрудничаем со всеми штабами и надеемся, что когда-нибудь на сцену также за такой же наградой «Лучший штаб» выйдем еще и мы тоже. В актовом зале команда в театрализованных миниатюрах, песнях и танцах презентовали свои направления. На сегодняшний день в ВУЗе действует 6 объединений по 3 направлениям. После концерта все желающие смогли подробнее узнать о каждом направлении, записаться в школы проводников и вожатых. Курсы завершатся в конце мая. Прошедшее обучение получит сертификаты и путевку на целину. Анна Глазунова, Валентина Безбрязова, Денис Сипайлов, Универньюз.